сожалению, проиграли. Что касается игры, то в первом тайме так неплохо в организации игры. Скажем так, правильно, более организованно сыграли. И при развитии постепенной атаки. Вот. К сожалению, в завершающей стадии те подходы, которые имели, не очень логично завершали их. Ну и, конечно, фору на первых минутах из-за невнимательности. На первых минутах получаем 11-метровые отметки. Удар с 11-метровой отметки. Психологически, конечно, это влияет. Надо более собранно выходить на игру. Ну, после удаления, конечно, было намного сложнее. Плюс там несколько замен ребят хотели посмотреть в деле. Поэтому положительный момент один, что более организованно стали выходить и из обороны в атаку. Продолжаем работать, готовиться. Надеемся на то, что будем прибавлять.